Свияжская плотина в районе улицы Азовской. Сегодня здесь вместо рыбаков – тяжелая техника, вместо заброшенных удочек – отсыпаемая дамба. Специалисты Т-плюс и подрядчики готовятся к ремонту водобойного пола плотины, которая, между прочим, была построена в Ульяновске более 60 лет назад. Плотина построена по нормам строительным, которые действовали еще, получается, в 20 веке. Сейчас проект сделан в 21 веке, прошел экспертизу. Конструкция, она совершенно новая, то есть отсутствует бетонные перекрытия, все это будет насыпное, и из щебня, бутового камня, и верхний слой у нас будет из габионов. А вот и они, сетчатые короба, в последующем заполняемые камнем, подготавливаются параллельно. Для чего необходима реконструкция плотины, уже понятно. Вода не так активно будет размывать берега Свияги и ее дно, что положительно скажется не только на эстетическом виде реки в районе гидротехнического сооружения, но и на ее экологии. Вода есть вода, и перепад воды большой, допустим, и в этом заключается трудность, вот. Чтобы ее направить в нужное русло и не нанести вред природе. Чтобы приступить к полномасштабным работам, необходимо осушить участок. Для этого установят временные шандеры на самой плотине, а Свиягу на время спрячут в трех специально смонтированных трубопроводах большого диаметра. Реконструкция плотины проводится в строгом соответствии с проектом, который, в свою очередь, прошел экспертизу в Средневолжском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. А это значит, что после завершения всех работ, для того, чтобы минимизировать возможный нанесенный ущерб окружающей среде, в Свиягу будет выпущено порядка 6 тысяч мальков стерляди.